Давайте проверим, кто самый лакерный. Жми лайк, и какая цифра тебе попадется, то тот игрок тебе и выпадет. Делись в комментариях, кто тебе выпал. Хочу вас познакомить, а также для всех его друзей круглосуточная поддержка. Ссылочку на него вы можете найти в Google. Всем-всем-всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. И у нас вышло грандиозное событие, ТОТИ, команда года, здесь шикарнейшие игроки. И мы начинаем с нападающих. Блин, ну можно реально получить Мане, Харри Кейна. Вау, тут такие игроки: Антуан Гризман, Луис Суарес, Эден Азар, Неймар, Левандовский, Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси. Охренеть. Мне интересно, а за FIFA Points они могут выпасть или нет? Мы сегодня вместе с вами это проверим. Кстати, очень круто то, что мы бесплатно можем также получать очки ТОТИ с помощью того, что мы будем проходить различные задания от eSports. Кстати, если вам нужна крутка FIFA Points по очень доступным ценам, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. 15 тысяч Points. Идеальнейшие игроки. Блин, ну сыкотно открывать на самом деле. Но мы начнем. Я надеюсь на то, что хотя бы один мастер мне сегодня выпадет. Очко нападающего, 125 штучек, неплохо, я думаю. Я еще не знаю, конечно, это хорошо или плохо. Возможно, игрок выпадет. Да, Дисун Кавани, 89 рейтинг. Блин, парни, не могу сильно кричать, потому что реально соседи сейчас спят. 5 часов утра. Думают, какой дебил сейчас записывает. Ай, капец, капец. Давай, мастера, пожалуйста, очко нападающего, 175 штучек, идеально. Очко нападающего. Открываем еще. 250 штучек. И будет еще один игрок. 125. Мы уже собрали довольно-таки немало очков нападающих. 250 снова. Охренительно. А в последнем наборе хотя бы элитный игрок будет? Опа, здесь тоже будет элиточка, я надеюсь. Ой-ой-ой-ой. Марио Маджукич, 85 рейтинг. Кайф. Блин, охренительные игроки. Сейчас их буду продавать по-быстрому. 150 очков нападающего. Ну и давайте, 11 набор мы открываем. Эдисон Кавани снова упадает, блин. Подрастроили немного. Но два раза Эдисон Кавани выпал, очень здорово. Кунагору может выпасть, Харри Кейн, Гаррет Бейл. Охренеть, Мухаммед Салах. Еще 15 тысяч FIFA Points потрачу, а вдруг еще выпадет какой-то там не топовый элитный игрок. Но лучше все, чтобы мастер выпал. Очко нападающего. Блин, Месси мне еще в этом сезоне ни разу не выпадал. Надеюсь, что все поменяется. Да и Криштиану Роналду тоже не выпадал. Снова очко нападающее, 200 штучек. 175. Давайте, есть спортс. Ну, не жалейте, 175 очков. В этом наборе вообще нет улиток. Кстати, 250 очков нападающего. И Мухаммед Салах, блин. Огонь, огонь. 102 ускорения, 105 завершения. Офигительный игрок. И 250 очков нападающего, идеально. Давайте, мастера, пожалуйста, ну не жлобитесь. 100 очков. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете насчет команды года. Интересно, выпадет ли мне здесь мастер? И нет, Садио Мане, 86 рейтинг. Жалко, конечно, то, что мастера мне не выпали. Хотя, конечно, могли такие топовые мастера здесь выпасть. Есть еще 1500 поинтов. Прикиньте, за 1500 поинтов мне сейчас мастер выпадет. Вот это будет жестко. Ой, не-не-не, 100. Переходим в события, 150 очков мы тратим. Открываем. Мане снова я получаю 300 очков. Итак, Харри Кейна получим также. Блин, возможно награда, прикиньте, Антуан Гризман выпадет. И Харри Кейн. Охренительно, блин. Тупо собрать за FIFA Points можно всех этих топовых игроков. Блин, Роберт Левандовский тут выпадет. Офигеть. Блин, охренительное событие. Офигеть, Роберт Левандовский. А вот именно нам Мбаппе не хватает. Ребята, давайте так. Если вы наберете здесь, ну, реально дохренища лайков, то я завтра же возьму Мбаппе. Возможно, награды Лионель Месси и Криштиану Роналду. И что же здесь? Ультимейт на подаче с рейтингом 94. Офигеть, я сумею одного из них получить. Офигеть. Парни, походу реально задуначу. И получу одного из этих топов. Офигенно, блин. Это, пожалуй, одни из самых топовых событий. За 30 тысяч поинтов вы получаете почти всех
игроков-мастеров, почти всех. Вот не хватает реально где-то там 4-5 паков, чтобы я открыл и получил БПМ. Для тех ребят, которые не донатят в эту игру, я для вас сделал конкурс на 24 тысячи FIFA Points, а может быть еще больше. Давайте так, если вы наберете здесь 4000 лайков, то с меня офигенный конкурс в следующем видеоролике. Мою группу ВКонтакте Влад Капуста заблокировали по причине того, что кто-то в комментариях написал о том, что продает аккаунты либо монеты. Не знаю даже какой это пост был, может быть даже год посту. Ребята, представьте себе, вы ведете какую-то группу ВКонтакте, в Фейсбуке, либо у вас есть какое-то, может быть, даже сообщество, не знаю. Что угодно. У вас группа состоит из мемов, также еще у вас новости публикуются по FIFA Mobile, и помимо новостей, битвы составов, различные составы, обзор состава, и под любым постом, которому уже год, могут написать то, что продают аккаунт, либо монеты, либо что-то еще. И за это модераторы ВКонтакте блокируют вашу группу. После этого они мне об этом пишут и говорят: хорошо, мы можем разблокировать ваше сообщество при условии, что вы будете оперативно проверять все комментарии, удалять материалы, которые защищены лицензионным соглашением eSports. Блин, что за хрень такая? Я не могу удалить все комментарии. Хорошо, ладно, я уже согласился с тем, что я закрою комментарии у себя в группе. Они сказали: окей, мы разблокируем ваше сообщество. Но вопрос: почему, когда я написал, да, я согласен закрыть комментарии, хотя я реально не обязан, я реально не могу следить за записями, которые созданы год назад, там дохренища записи, там где-то в день по 10-15 новостей выходит. Как я могу следить за всеми? Это невозможно. Я уже согласился на их условия. Они мне после этого всего пишут: увы, но обсуждать разблокировку сообщества мы готовы только через месяц, пока оно будет временно заблокировано. Чё за бред такой? Модераторы ВКонтакте, вы чё, ебанулись там? Что это за тупорылая платформа? Я всю жизнь сижу ВКонтакте. Все время более-менее адекватные были модераторы, вот эти вот агенты поддержки. Что это с ними случилось? Ребята, я просто не понимаю. До какой степени ВКонтакт превращается в какое-то говно? Как так можно? Блокируешь ни за что. Я приведу пример миллионы групп, где все то же самое повторяется. У многих даже новые записи висят там, где идет продажа. Каждый день продают и не удалят эти записи. Почему придолбались именно к моей группе? Что не так в этой группе? То, что год назад кто-то написал там то, что продают какие-то FIFA Points, за это блокировать мою группу? Охренеть, блин. Я не знаю, ребята. Если у вас есть возможность, поддержите, пожалуйста, меня. Я оставлю ссылку в описании. Скиньте агентам поддержки вот эту вот переписку. Пускай они знают, что за хрень у них происходит. Я не знаю, что у них за агенты такие. То, что пообещали сначала тебя разблокировать, а потом мне сообщать, чтобы я через месяц им писал. Это же ебатня какая-то. Так как такими можно быть? ВКонтакте, блин. Я надеюсь, то, что вы наберете нормальных, адекватных агентов, которые будут уважать, во-первых, тех людей, которые распространяют данную игру. Да если так еще и задуматься, то у меня постоянно в описании ссылка на ВКонтакте есть. Я тупо каждый ролик рекламирую, грубо говоря, ВКонтакте. И за это они меня блокируют? Когда я согласился убрать все. Я реально согласен убрать. Закрыть комментарии. Пожертвовать этим. Хотя, конечно, хочу, чтобы мои пользователи общались друг с другом. Реально, парни, если у кого-то из вас есть возможность, напишите, пожалуйста, агентам поддержки, чтобы они разблокировали мою группу. Ссылку я оставлю в описании. И перед этим хочу еще каждого из вас попросить, чтобы вы подписались на мои две новые группы. Первая группа — это Wars of Empires. Я оставлю ссылочку на нее в описании. Подписывайтесь, там будут постоянно идти новые записи о FIFA Mobile 19 версии. Там будет все новейшее, фильтр будет. Также конкурсы для вас будут самые яркие, самые хорошие, чтобы вы кайфовали от них. И самое главное, я еще сделал группу с открытой стеной, так что тоже подписывайтесь на нее. Там идет как раз конкурс на Avermedia, она стоит в гривнах 4500, а в рублях где-то так 9-10 тысяч. Так что, ребята, участвуйте и надеюсь, что вам это понравится. А сейчас я вам хочу показать нарезку с прошлых сезонов. Я открою честь всей волчьей стаи. Пожалуйста, пожалуйста, Иньеста. Андрес Иньеста мне выпадает. Не успели только начать уже. Андрес Иньеста выпадает. Рейтинг 85, это неплохо. Да, в честь вас также буду открывать, друзья. Не переживайте. Волчья стая пока что затащила Андреса Иньесту. Мы сейчас должны вместе с вами получить контент. Пожалуйста, пожалуйста. Фу-фу-фу-фу-фу. Пишите ваши предикшены, за кого вы больше всего болеете. Именно из игроков Тоти, кого вы бы хотели, чтобы сейчас мне выпал. Давайте, пожалуйста, пожалуйста. Итак, начинаем. Первый открываем. Здесь вряд ли что-то будет. И второй, давай, 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 давай. Тони Кросс же, наконец-то мне выпал этот офигительный игрок, да. Ой-ой-ой, eSports. Блин, ну, говорил вам, рассказывал вам, говорил то, что выпадет топовый игрок. Adidas или Nike? Ну, напишите, кстати, интересно было бы узнать. Давайте пока откроем, без вопросов, опыт команды года. Ариан Робан выпадает. Позиция ПП, блин, для него это его любимая позиция. Вот это кайф. Затащили, затащили мы наконец-то.
Ну что, давайте. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас будет первый игрок. Пожалуйста, ну елки-палки, тяга выпадает, бляха. Почему ЕСПорт сегодня с нами когда так несправедливо? Что не так? Почему не те игроки, которые должны выпадать? Почему нету этих бомбезных игроков, как были в прошлом эфире? Что ЕСПорт сделали с нас? Что они сделали? Открываем. Ух, ой-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 ой. Рейтинг 86. ПЗшечка у нас есть, 86 рейтинг. Вот так вот. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Витя, спасибо за 30 рублей. Кимих выпадает. Это здорово, то что ПЗшка нам выпадает. На самом деле, первый игрок, кандидат в ТОТИ. Ну, какой там лакер, друзья? Лакер это когда выпадает мне, например, игрок там рейтингом 90+. А когда выпадает такой игрок с 86 рейтингом, неплохо, ну, такое себе, такое себе. Давайте, открываем, друзья, открываем. Сейчас мы должны затащить, пожалуйста. И после этого сразу же открываем дальше. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. ЕСПорт выпадает, Буффон. Джанлуиджи Буффон выпадает мне, ну, даже, да. Ну, почему именно Джанлуиджи Буффон падает? Мне вот интересно. Блин, хотел Давида Дехе, безумно хотел. Ну что сделаешь? Буффон тоже круто. Кстати, тут многие из вас ванговали то, что Буффон еще мне выпадет. И это случилось, друзья. Реально, сам Джанлуиджи Буффон вы... Пожалуйста, набор защитников команды года. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блёха, Валенсия выпадает. Ёлы-палы. Мы сейчас откроем еще один набор Тоти за 15 тысяч вифа-поинтсов. Я не знаю, что вам сказать, но это слабенько, реально слабенько, то, что Валенсия нам выпадает. Конечно, позиции ПФЗ, он неплох, но есть вопрос, его прокачать столько стоит денег, что вы себе просто не можете представить. То я сам себе верю, я сам верю в то, что мы сегодня можем затащить. Я очень надеюсь на то, что мы сегодня сумеем затащить хотя бы чуть-чуть. Пожалуйста, давайте, нападающие команды года. И здесь, кстати, может... Эдисон Кавани, Эдисон Кавани, красавчик, красавчик. Вот так вот надо было, вот так вот вначале нужно было это все делать. Пуру-пуру-пу-пум. Ну конечно рейтинг маленький, но блин, ну Эдисон Кавани когда попадает, уже хоть что-то хорошее. Пожалуйста, давай, Миша, тащи, 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 тащи. Ромелу Лукаку выпадает. Открываем самый первый наш набор, посмотрим. 75 тысяч монет уходят. Открываем этот набор. Давай, давайте, давайте. Ребятки, приносите мне удачу. Я сейчас буду открывать с левой стороны по одному слоту. Посмотрим, что меня здесь ожидает. Пока что меня парень не удивил ничем, этот серебряный. Вау, 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 вау. Выпадает Слаг Galaxy, игрок с рейтингом 77. Это довольно-таки неплохо. Смотрим, что у нас дальше будет. Хаммер выпадает. Хаммер, конечно, круто, но лучше бы, на самом деле, чтобы мне не Хаммер не выпадало, чтобы я просто был обладателем крутого Хаммера. Ну ладно, мы идем дальше. Пока что 74-й. Джонсон выпадает из Stock City. ПЗ, да, неплохо. С рейтингом 76. Посмотрим, что меня дальше может ожидать. Я надеюсь, что в этих наборах выпадут тот игроки. ЛЗ выпадает. Давис. Из Тоттенхэма. Вообще шикарненько, друзья. Смотрим, что же дальше идет. Ого, и ПЗ. Ого-го-го. Ничего себе. Мы идем дальше. Надеюсь, что и элитные игроки здесь выпадать будут. В этих наборах. Открываем, открываем. Ого-го-го. 75 тысяч монет пока что мы потеряли. Они ушли в никуда. Ну а мы дальше будем открывать, посмотрим, что дальше в этих наборах нас может ожидать. Открываем снова наборы за 75 тысяч монет. Фух, пожалуйста, тот игроки, приносите мне удачу, я очень в вас сильно верю. Давайте, Мануэль Нойер, Марсело, пожалуйста, давайте, давайте, давайте. Так хочется получить топ тоти игрока какого-то. Давайте мы покажем все сразу, для того, чтобы не тянуть интригу. Открываем все сразу. Смотрим дальше, надеюсь, что дальше будет что-то лучше. Игрок с 79 рейтингом, конечно, неплохо, Смольников. Я очень рад, что ты пришел ко мне в команду, но хочется и элитку. Донати, донати, блин. Фух. Второй набор, если честно, пока что вообще не окупился. Надеюсь, что это не будет полным сливом монет, как и у всех остальных ютуберов. Открываем третий набор, посмотрим, что будет в третьем наборе у нас. Я ожидаю, что в этих наборах будут крутые игроки. Давайте мы начнем с вами по центру, посмотрим, что идет. 67, 74, неплохо. 75, Макарога, да. Фух.
Посмотрим, что дальше. Джемерсон. Чен выпадает. Дальше идем. Джокич. Родич. Ну а что это такое? Ну что это такое? Давайте, остается последний игрок. Пока что вообще ничего нету. Как такое возможно? Это реально? Это наборы Тоти по 75 тысяч монет. Как могут здесь выпадать игроки, ну которые ну вообще не окупают себя? Я не могу о них ничего плохого сказать, но они реально не окупают себя. Ихняя стоимость, ну... Всех этих игроков, которые мне выпали, до 40, до 50, ну максимум до 100 тысяч монет. Давайте, открываем этот набор, пожалуйста, Тоти игроки. Я очень верю в вас, я надеюсь, что вы мне сегодня выпадете. Начинаем, давайте справа начнем. Открываем справа. Неплохо. Фух, ну что это такое? Почему падают такие игроки? Я не понимаю. Где хотя бы элитные игроки? Даже элитных игроков нету. Парень, что это у тебя за прическа из 80-х? Ты в каком году живешь? Сейчас 2017 год. А у тебя прическа, как будто ты, блин, девчонка какая-то. Ну, ладно, мы проезжаем дальше. Воу-воу-воу-воу-воу. Ни одного элитного игрока нету. Как такое возможно вообще? Есть спорт. Я снова открываю набор за 75 тысяч монет. Посмотрим. Набор защитников из команды года. Пожалуйста, приносите мне удачу. Открываем этот набор. Пожалуйста, Тоти игроки. Пожалуйста, пожалуйста. Я закрою глаза и открою все сразу. Сейчас, ну... Открываем все сразу, открываем, открываем. Пожалуйста, принесите мне удачу, я очень хочу удачу. Если мне выпадет тот игрок, я сейчас квикселю самого крутого нападающего, который у меня есть, это Джевинко. Пожалуйста, я открываю глаза и смотрю, что у нас выпадает. Первый элитный игрок выпадает с рейтингом 80. Исток Сити. Мне, конечно, приятно, что выпадает элитный игрок, но, блин, ну, 80-й. Ну как-то это, как по мне, недостойно за те пакеты, которые вы просите, 75 тысяч монет. ESports, вы реально прикалываетесь с меня и со всех ребят, которые просирают все свои деньги на вот эти вот пакеты. Все остались в огромнейшем минусе, как я уже понял. Никто не окупил ничего. И тот игроки выпадают только за то, что вы их можете скрафтить там 15 элитных трофеев и 100 игроков серебряных и 75 игроков золотые. Ну это реально, это не серьезно. И самое лучшее это, как я понял, это выпадает нам голкипер с рейтингом 75. Пока что я разочарован. Каждому из вас большое спасибо за просмотр моего ролика. Всем до скорых встреч и всем пока-пока-пока.